Лисочка, две собак. Купили. Лисочка, где мы это купили? А купили его вот. В магазине шиншилка. Специальная коляска для перевозки детей. Смотрите, две ручки есть. Четыре колеса. Есть фиксаторы. Оп, чтобы не ехала. Задних колес. Очень маневренная. Опля. Одной рукой. Раз. Легко управляется. Ездит. Ребенку удобно сидеть. Для поездок по городу просто незаменимая вещь. Для поездок по парку, прогулок на долгие расстояния. Да, для заезда в магазин, смотрите. Оп, предусмотрен. Раз, и сеточка вот здесь закрывается. Опля. Все, и в любой магазин в таком виде можно заезжать. Все видно. Хорошая вентиляция. Открываем. Опля. Ку-ку. Да, еще есть место. Вот поставить бутылочку с водой, пакетики положить, да? Вот так. А можно лежаночку на лето поставить? Просто класс. Да, Натенька, тебе нравится? Тебе нравится, скажи? Где папа? Тебе нравится? Да, наши друзья уже многие приобрели такую коляску. И с удовольствием катаются. Спасибо за колеса. Мы даже и не знали, что в Харькове продается.